преддверии великой даты Дня Победы сотрудники Калачевского центра социального обслуживания населения совместно с юными волонтерами с первой школы побывали в гостях у участников Великой Отечественной войны в семье Дергуновых. У ребят подобная встреча уже не первая, но в преддверии праздника они не просто приехали подарить цветы и вручить подарки, а захотели сделать что-то полезное и оказать помощь ветеранам. Ребята дружно взялись за тряпки и провели влажную уборку, а также пропылесосили квартиру. Ветераны были тронуты вниманием, встретили гостей с большой радостью, поблагодарили за заботу, с удовольствием отвечали на вопросы детей, рассказывали много интересных историй из военного прошлого и личной жизни и дали советы на будущее. Попал в ремесленное училище в 1947 году, в ремесленное 2 года. После, значит, 3 года в литейном цехе формовщиком. Специальность у меня была такая. И потом в армию в 1953 году уже был призван. Служил в армии в этом, на Украине, Западная Украина, город Хмельницкий. И вот в 1956 году, вот когда надо демобилизоваться, произошел, значит, неприятный для страны. Нас всех по тревоге поехали в Венгрию. Ну, в Венгрии там что рассказывать. Вначале было просто как-то их, это, чтобы там бунт прекратить. А потом ввели, ну, я не знаю, иностранные, короче, влезли с войной. Ну и произошла война. Она небольшая, там что-то дней 10, что ли, быстренько. Шеи намылили этим западным друзьям, в кавычках. Ну вот и все, демобилизовался, я уже зимой приехал. Странствовал, паспорт месяц целый ходил, вот со стройрайона до милиции, как она здесь есть, так. Целый месяц ходил, чтобы паспорт пробить. Сами знаете, приехал сюда, сестренка тут была, работала. К ней приехал вроде, она попросила, ты заезжай. Мысль была поехать себе, где я работал, на тракторном заводе, Липецкий тракторный. Ну, она попросила, и все, и застрял. Ни денег, ни товара, ни документов. Ну, все, потом устроился на работу в Дергуесе. В то время был цемлянский участок технический, а потом в Дергуес. И, в общем, в сложности проработал я 33 года. В плавсоставе. Ну, остальные то армия, то ремеслухи вот и прочее. В общем, в итоге что-то стаж у меня порядка 47 лет стажу рабочего. Ну, все, вот с бабушкой встретились, поженились. И вот живем. Сколько баба? 58 лет. Вдвоем. Неразлучно. Все меньше и меньше остается тех, для кого Великая Отечественная война – часть собственной жизни, и тем ценнее общение с такими людьми. Задача молодого поколения – не просто помнить о тех, кто воевал за нас, но и донести эту память до следующих поколений. 9 мая, наверное, самый трогательный день для нашей страны. И сегодня, в преддверии этого большого, такого по-настоящему значимого события, Калачевский центр социального обслуживания населения совместно с первой школой решили сделать небольшой подарок нашим дорогим, любимым ветеранам. Не просто приехать, подарить цветы, открытки, конфеты. Это все очень приятно, важно. Мы хотели сделать что-то такой, какой-то совместный небольшой маленький проект, чтобы и дети могли поучаствовать, и ветеранам было приятно. И я думаю, что у нас, наверное, все-таки это получилось, все остались довольны. Дети, для них самое главное, я думаю, в этом проекте, то, что они могут прикоснуться к живой истории, потому что эти люди, они своими руками добыли нам победу, которая так для нас сейчас и на сегодняшний момент тоже очень важна. Поэтому дети счастливы, ветераны довольны. Они, я думаю,
для них это тоже очень важно, что наши дети помнят их, ценят. И хочется отметить, конечно, что это отдельно в нашем Калачевском районе с этого года, совсем недавно, наш центр Калачевский ЦСОН, на базе нашего центра открылось и волонтерское движение. Такого в районе у нас нет, это новшество. Волонтеры – дети. Дети до 14 лет, то есть это малыши. То есть мы считаем, что активную молодежь, активное общество нужно растить с детства и приучаем их. То есть дети у нас участвуют в разных проектах социально значимых, мы их адаптируем к будущей жизни. И вот сегодня они тоже поучаствовали, то есть это вторые, третьи классы. Огромное спасибо, конечно, хочется сказать еще раз Колычевой Ольге Викторовне за то, что она поддерживает нашу инициативу, классным руководителям обязательно, которые отпускают деток. Но я думаю, что учебный процесс из-за этого не сильно пострадает, потому что уже второй раз мы приезжаем вот к нашим ветеранам, это семья Дергуновых, и виден результат. Дети хотят еще, а если им это интересно, значит, они будут вырастет хорошими, добрыми, порядочными людьми.